Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья, у аппарата Зоди на аппарате Альба Wildlife Adventure. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше приключение и играем мы сейчас за дедулю. Альба убежала, дедушка развернулся, а ее нет, нужно срочно ее найти. Альба пробежала мимо меня. Она побежала вверх по лестнице к площади. Надеюсь, все в порядке. Альба, ты где? Альба? Она пробежала мимо меня в сторону вашего дома. Надеюсь, с ней все в порядке. Я должна подготовить ведра с водой, но буду искать ее. Хорошо, в сторону нашего дома. Это туда, по-моему. Ты Альбу не видел? А вы ищете Альбу? Она направлялась к вам домой. Говорила что-то про важную миссию. О нет, Альба пробежала мимо меня. Я пыталась угнаться за ней. Я не могла догнать ее и упустила из виду. Я как раз проверяла задний двор. Висента, мы должны найти ее. Искать Альбу в лесу за домом. Что это? Рюкзак. Кепка. Телефон. А вот и Альба. И она не сама. Дедуля, она не просто королева леса, она королева-мать. Альба, ты выронила телефон. Держи, отсканируй, рысь. Пиренейская рысь. Девочка спасает рыси от пожара. Альба, Висенте, вы в порядке? Пепе звонил. Пожар удалось сдержать. Какое счастье. Да уж точно. Пойдемте домой. Нам сейчас не помешает сиеста. Получено достижение, поиски Альбы завершены. Вечером того же дня. Viva la fiesta! Альба, у нас правда получилось! Мы остановили стройку, спасли заповедник. Осталось только придумать для ЛМСП...
Ла-а-мы-сы-п. Название получше. Я не против. А без тебя тут будет грустно. Ты будешь по мне скучать? Эй, да. Обычно, когда я киваю головой, она улыбается. Это демонстрирует, что как бы я положительный. А, наоборот, она грустит, что будет скучать. Пошли, твои бабушка с дедушкой наверняка уже танцуют. Фу. Летний праздник. Пойти с Агнес на праздник. Так, на фоне радужного флага две девочки тут за ручки держались. Итак, у нас с вами 62 из 62 животных. Я думаю, мы сделали в игре вообще все, что только можно сделать. Я надеюсь, сейчас сразу не будет финал игры, потому что только серия как бы начиналась. Но нужно понять, как бы я ведь играю вслепую, я понятия не имею, что будет дальше. Я думал, мы за дедушку подольше поиграем, будем исследовать весь остров, ну в плане того, что искать Альбу, бегать по острову туда-сюда. Но как-то все это быстро очень получилось. Повеселиться на празднике? Поговорить с бабулей и дедулей, когда будете готовы уезжать. Ага. Ну давайте мы со всеми переговорим еще раз. Что нам скажут? Альба, классно вы разделались с отелем. Спасибо. Попробуй паэлью моего папы. Мне больше нельзя ее есть. Он говорит, иначе она больше никому не достанется. Я, кстати... Посчитал в интернете рецепт паэльи, и как-то мне ее не хочется. Абсолютно. Отличная вечеринка. У Тиаго лучшая паэлья. А в следующем году на пляже. Буэнос ночес, Альба. Мой сын мне много о тебе рассказывал. Пап, серьезно? Похоже, ты смогла заставить его улыбнуться. Не хочешь немного паэльи, пока Пеппа не успел все съесть? Ну, давайте. Держи, приятного аппетита! Ам, ам-ням-ням-ням-ням. Ну что, как думаешь, я выиграю сегодня приз за лучшую паэлью? А тут можно еще у кого-то попробовать? Ну, даже не знаю, ну, может быть. Да, наконец-то! Мигель, в этом году кубок за лучшую паэлью будет моим. Но я еще не пробовал у других. Ола, малышка. Мэр разоблачен, строительство отеля остановлено, заповедник спасен. Ты наверняка проголодалась после стольких трудов. А не хочешь поесть моей превосходной паэльи? Ну давай, на халяву поедим хорошенько. Держи, малышка, это лучшая паэлья, вот увидишь. Так, вторую порцию уняли. Ну, что думаешь, разве это не лучшая паэлья, что ты ела? Это мой новый рецепт. Победа точно у меня в кармане. Ола, Альба. Пепе, ты опять тут, за добавкой паэльи? Я люблю паэлью, Мигель, но не настолько. Ты... Я не знаю, что сказать. Тебе не нужно ничего говорить. Давай просто веселиться. Ой, не туда нажал. Ладно, прости, не слышу тебя из-за музыки. А? Что ты сказала? Не слышу тебя из-за музыки. О, привет, Альба. Круто ты расправилась с этим отелем. Остров бы наводнили туристы.
А мне нравится, как здесь все расслаблено. Просто сказка. Так, кто еще меня накормит паэльей? Я уже вижу. Так, тут никто меня не накормит. А это кто готовит? Я рассказывал Элое о чудесном виде, который открывается со стен замка. Ох, у меня от одной мысли ноги подкашиваются. Кветал, надеюсь, тебе нравится праздник. А мы с Симоном как раз говорили о том, как хорошо ты позаботилась о моей луне. Да, вы с Агнес многое сделали для наших друзей и животных. И спасли наш остров от этого ужасного отеля. Вы отличные девчонки. Ола, Альба, я очень благодарен тебе за помощь. Животные наши друзья, и ты обращалась с ними как с равными. Надеюсь, мы увидимся в следующем году. Буду рад, если ты поможешь мне приглядывать за нашими друзьями. Да нам нужно сюда переезжать. Не могу решить, какое попробовать, их так много. Я вижу только одно решение. Попробую все. Это самое лучшее решение. Мороженое, вот это. Дайте мне попробовать, я тоже хочу. Буэнос ночес, Альба. Какой сегодня чудесный вечер. Мне нравятся все наши праздники, но этот самый лучший. Похоже, все в городе поглощены мыслями о будущем. Ну что, хочешь попробовать мое особое мороженое для праздника? Еще бы, без вариантов. Чудесно, скажи, что ты о нем думаешь, держи. Ням-ням-ням-ням-ням, умяли две паэльи, теперь еще мороженое. Ну как думаешь, это лучшее мороженое в мире? А как же? Я так и знала, спасибо, Альба, ты лучшая. Это так круто, наш город стал популярен. У меня столько подписчиков сейчас. Ола, Альба, я очень рад, что ты жива и в добром здравии. Да уж, напугала ты своего дедулю. Он был бледнее призрака, когда ты убежала. Он меня так напугал. А твоя подруга Агнес, она приказала мне развернуть лодку. Давно у меня таких приключений не было. И, наконец, вы спасли заповедник. Вы хорошо потрудились. Мы все вам очень благодарны. Поверить не могу, что бывший мэр так долго не понимал намерений Пака. Интересно, кто станет следующим мэром? Может, ты баллотируешься? Может быть. По крайней мере, теперь мы знаем, чего делать не стоит. Я хочу, чтобы мы действовали сообща и заботились друг о друге. Я буду голосовать за Носочка. Носочка в мэры. Ну разве праздник не чудесен? И у нас теперь еще больше поводов для праздника. Он почти стоит того, что я не видела с Марией последние пару дней. По крайней мере, у нас будет пара недель отдыха после всей этой работы. И даже ничего не надо демонтировать до завтра. Альба, Агнес, спасибо за все, что вы для нас сделали. Вы смогли объединить всех и остановить строительство этого ужасного отеля. Она права. Теперь мы сосредоточим усилия на восстановлении заповедника. И нам удалось спасти большую его часть от пожара. Теперь все готовы помогать. Мы станем лучше за ним следить. Кто знает, может, наш остров привлечет любителей дикой природы. Но сначала паэлья и мороженое, а потом еще паэлья. Да, надо поторопиться, Пепе все еще голодный. Поверить не могу, что ты побежала к пожару, чтобы найти семейство рысей. Это очень-очень опасно и очень-очень смело. Я обещаю, что мы присмотрим за рысями. Я уже разрабатываю план по их изучению и защите.
разработали только план, как от них защититься. Потому что если сейчас даже одна рысь сюда забежит, то никто ничего сделать не сможет. Всем хана. Кажется, моей малышке Оле нравится музыка. Надеюсь, тебе тоже весело. Так, а с этим дедом мы поговорить не можем, да? Так, тут бабуля с дедулей пляшут уже. Вот это праздник, просто отпад! Хорошей тебе завтра дороги. И напиши мне, нужно обсудить планы Ламы Сыпы на следующий год. Островитяне отлично умеют веселиться. Паэлья, мороженое, остановить строительство отеля. И спасибо, что помогла нам в замке. Да, спасибо. Из тебя бы вышел отличный археолог. Да, кстати, а каталогизировать находки тоже бывает интересно. У меня идея. Давайте закопаем пару мисок и тарелок, чтобы их нашли через 100 лет. А хочешь подарить будущим археологам работу? У меня появилась идея получше. Съесть еще паэльи. А вот это попробовать нельзя. Вот это вот выглядит аппетитненько. Какие-то бублики. С тобой поговорить нельзя. Так, вроде как со всеми пообщались. Ну, я думаю, все. Поговорим сейчас с бабушкой и дедушкой и... И, возможно, на этом уже все. Альба, вот ты где. А ты, наверное, утомилась, и ты уже завтра улетаешь. Готова отправиться домой? Нет, не хочу. Наслаждайся праздником. Тогда скажи нам, когда будешь готова. А, я думал, это они в общем спрашивают, хочу ли я домой или нет. Нет, конечно, не хочу. А здесь, кстати, смотрите, перегородили все, так что нам, наверное, никуда убежать и не удастся. Да и зачем вообще бегать по пустой карте? Мне просто любопытно, все ли перегорожено. Хочу посмотреть. Ну да. В принципе, можно было бы даже не перегораживать, все равно там... Осматривать уже нечего. Просто сейчас пустая карта, все люди здесь. Ну ладно тогда. Уезжаем, а что поделать? Не хочу, но нужно. Альба, вот ты где. Наверное, утомилась, и ты уже завтра улетаешь. Готова отправиться домой? Нет, но придется, так что... Что поделать? Но перед тем, как мы уйдем, я должен попросить тебя кое о чем. Потанцуешь со мной? Ну ладно. Конец. Если Альба и Агнес вдохновили вас встать на защиту дикой природы и биологического разнообразия, вам стоит заглянуть в эти невероятные организации. Музей Объединенных Наций, независимая природоохранная организация и так далее. Что ж, ребята, вот и финал игры. Давайте подведем итоги по поводу этой игры. Мне эта игра очень-очень понравилась. Довольно она, конечно, да, простая. Никаких сложностей в игре нет абсолютно. Но при этом я столько удовольствия от нее получил, столько восторга.
Я просто отдыхал во время прохождения этой игры. Я был бы рад, чтобы она еще продолжалась и продолжалась, продолжалась, потому что я прям не наигрался. Я хочу еще. Еще больше разнообразия животных и птиц, чтобы их фотографировать. Больше активности, больше ремонта, больше уборки, больше всего, что было в этой игре. Мне очень-очень понравилась эта игра. И прицепиться в ней вообще не к чему. Здесь все отлично. Все очень качественно. Отличная работа, вы завершили игру. Теперь можете исследовать остров в своем темпе и завершить все оставшиеся задания. Получено достижение, не успела прочитать, какое. То есть мы можем теперь просто гулять по острову, да? Но учитывая, что сделали мы абсолютно все, что можно в игре сделать, нам просто нечего больше уже делать, незачем этим заниматься. Ну, можно разве что просто для красоты прогуляться. А что еще я хотел сказать, что есть, конечно, у меня идеи для этой игры. Было бы очень неплохо, я уже это говорил, иметь возможность кататься на велосипеде. Просто чисто ради разнообразия, чтобы было повеселее, с горки там спуститься и так далее. Просто чтобы было побольше активности. Саму карту бы еще увеличить. Можно даже в несколько раз, чтобы исследование было посложнее, поиски какого-то редкого животного, чтобы были посложнее, не просто бегаешь, ищешь, где оно там летает, где оно там прячется и так далее, а вот именно расследуешь как бы следы и так далее, норы, вот по поведению как-то может быть, маршруты животного, это было бы очень-очень круто, но все равно мне эта игра очень понравилась. Надеюсь, ребята, вам тоже понравилось это прохождение. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока!